Так, Юпитер. Юпитер 6 декабря 2020 года над Харьковом в 15:58 по Киеву. Ветерок нам помогает. Но я рад, что хотя бы безоблачное небо. Еще довольно светло, Сатурна еще не видно. В общем-то, вся съемка в эти минусовые температуры ради того, чтобы снять сближение Юпитера и Сатурна. Хотя бы сейчас мало надежды, что 21 декабря над Харьковом будет чистое небо. Что у нас там? О, в окуляр я даже вижу спутники. Вряд ли это будет видно на экране. В 50 минут уже был виден Юпитер. Я, правда, глупейшую ошибку сделал, настраиваясь, как будто он стоит над горизонтом, он-то садится. 21 декабря будет угловое расстояние между Юпитером и Сатурном в 1/5 часть Луны. Луна у нас 0.5 градуса. Я уже в такую спрятался, яму натуральную на гаражах, что лучше вряд ли что-то получится найти. Ну, видно еще зарево заката. Так, я в окуляр уже вижу и Сатурн. Так, да, в нижнем правом углу Юпитер, в верхнем левом углу Сатурн. В красном углу Ринго, в синих трусах. Боксер, так, еще чуть-чуть увеличь. Пошли на Сатурн посмотрим. Там уже и Марс должен виден. Должен быть виден. Так, это я с заниженными, кстати, еще настройками светочувствительности снимаю. В попытках снять полосы на... Ну, посмотри, какой ты еще на что-то сделаешь. У природы нет плохой погоды. Да, спутников Юпитера, то есть Сатурна, не вижу. До Сатурна 1 660 000 000 километров. А он, кстати, уже и Марс. Чтоб два раза не вставать. До Марса 100 000 000 километров, до Юпитера сегодня. Вот тут я, наверное, 860 000 000 километров. Ну, пожалуйста, вам Марс. 100 000 000 километров до нашего красавца. Видно, что фаза слева чуть-чуть он затенен. Да, ну Марс еще поднимается, видно, как он по экрану вверх рвется.
Так, ну ладно, сейчас сниму с настройками стандартными. Яркости, светочувствительности. Посмотрим, переживет ли моя камера мороза. После съемки в минуса сразу говорю, начитался советов не заносить, не вытаскивать из кофра фотоаппарат по пришествии домой. Дать несколько часов фотоаппарату нагреться, чтобы не образовывался конденсат на холодных поверхностях остывших фотоаппарат. Если этот совет не сработает, то, скорее всего, это последнее видео этого фотоаппарата. Ветер и тряска, и все на свете. Да, в мороз я еще не снимал. Это, конечно, опыт новый. И прямо скажем, незавидный. Ну не знаю, я вижу спутники. Справа самый правый нижний — это Европа. А ну сейчас резкость попробую. В окуляре вижу справа нижний Европа, за ним идет Ио, а слева от Юпитера, ближе к нему Каллисто, и вот в левом верхнем углу Ганимед, самый крупный спутничек. Да, полос практически не видно почему-то. Наверное, уже низко над горизонтом. Ладно, сейчас буду другими настройками снимать. Еще раз показываю Сатурн и Юпитер в одном кадре. Вряд ли будет видно, но сейчас я больше светочувствительности добавлю. Ну вот, четко по диагонали. В левом верхнем Сатурн, в правом